Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу, приветствую всех, братьев, сестер, всех, всех, всех. Сегодня воскресенье, 17 февраля, и сегодня трансляцию включаю с утренней молитвы. Благословляю всех вас, братья, сестры, слава Богу. Да, уже 6 утра по киевскому времени. Вот, и вечером делаю трансляцию, вот, и утром. И был вечер, и было утро. Вчера был вечер, вот, была трансляция тоже с вечерней молитвы. Вот, и тоже с хлебопреломлением, с причастием, с Евхаристией. И сегодня также вот совершим причастие. Порассуждаем над этим, помолимся, поблагодарим Бога за все Господу нашему. Хвала, аллилуйя. Вот вчера благодарил Господа за завершившийся, да, вот вечером субботний день и начало нового дня, начало новой недели. Вот и воскресенье, первый день недели в библейском исчислении, иудейского календаря также. Первый день недели и в нашем православном календаре, независимо от того, какая церковь, мы не являемся, вот наша архиепископия, канонической церковью, мы являемся такой, слава Богу, живой такой церковью, не канонической, вот, но есть канонические, есть неканонические, есть там второканонические, разные, но во всех православных церквях, да, вот воскресенье, первый день недели, слава Богу. И сегодня утро. Ну, еще темно, правда, но уже утро. Вот, и сказано было, и был вечер, и было утро, день первый, день один. Слава Богу! Благословляю всех вас, братья, сестры, благодарю Господа за эту возможность выходить в эфир прямой по утрам и по вечерам тоже часто. Сегодня вечером тоже планирую включение тоже как раз делать. Вот, слава Богу. И сегодня после этого эфира сразу еду к нам в собрание, будем молиться, и в 9 утра начало уже как раз служение у нас. Пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья. Шалом, Сережа, шалом, Инночка, шалом всем всей семье нашей, шалом всем боящимся Господа, шалом всем, кто подключился, подключается, и кто потом будет смотреть это видео, уже вот, участвуя, получается, в этом служении, в этом эфире, уже после этого эфира, после завершения, слава Богу. Вот. Поблагодарим Бога за все, друзья, поблагодарим Господа, вот, и я рад тому, что в русском языке вот этот первый день недели, он так и называется, воскресенье. Вот такой как бы намек, указание на воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Прославим Бога всемогущего. Аллилуйя. Слава тебе, Господь, слава тебе. Слава, слава Агнцу Божьему, слава, слава Агнцу Божьему. Аллилуйя, аллилуйя. Возвеличен ты, достоин славы всей, велик наш Бог на троне. Поем тебе хвалу из сердца своего, велик и славен наш Господь. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Слава тебе!
Бог богов, Господь господствующих, благословен Ты, Царь всей вселенной, благословен Спаситель наш. Аллилуйя! Сегодня, Господь, Господи, совершаем причастие, Евхаристию, Боже, позволь нам, Господь, действительно причаститься Тебя больше и больше. Сегодняшнее вот это вот причащение утреннее, хлебопреломление, пусть действительно будет еще большим причащением Тебя, живого Бога, приобщением Тебе, к Тебе, погружением в Тебя, Господь, жизнью в Тебе. Аллилуйя! Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне. Благодарю Тебя, Святой, великий Бог Израиля. Благодарю Тебя за жизнь вечную. Благодарю Тебя за хлеб жизни, Боже, которым Ты являешься для каждого из нас, каждого верующего, за хлеб жизни в моей жизни, Господь Боже, в моей судьбе. Аллилуйя, аллилуйя. Роман пишет: «Да слава Иисусу Христу! Витаю вас, пастор Сергей, витаю Украину! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Благословен Бог наш, Царь всей вселенной! Благословляем Киев, благословляю Украину, благословляю сегодняшним этим утром всю нашу истрадавшуюся планету во имя Иисуса Христа. Благословляю Израиль, благословляю Иерусалим, Иерусалим, город великого царя, благословляю, аллилуйя, аллилуйя. Возрожденное еврейское государство благословляю. Во исполнении библейских пророчеств исполнилось сие чудо, слава Богу, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Господь. Благословляю великое имя Твое, благодарю Тебя за жизнь вечную, за спасение через веру в Иисуса Христа, за исцеление, освобождение, благословение Твое. Боже всемогущий, за это чудо приобщения тела и крови Твоих. Боже, потому что без Тебя мы ничего не можем сделать. Но с Тобою действительно можем сделать все. Благослови, Господь, народ Свой миром, Боже, каждого из нас, каждого верного сегодня. Сегодняшним этим днем воскресным миллионы и миллионы верующих, Боже, от края земли до края, собираются, Боже, в разного рода собраниях, церквях, костелах, молитвенных домах, Боже, храмах, собираются на богослужения христиане разных конфессий, разных деноминаций. Боже, и я прошу Тебя сегодня, благослови, Господь, все те собрания, все те служения, где действительно собираются люди во имя Твое. Ты говорил так, что где двое или трое собрано во имя Твое, там и Ты посреди. Приди во всей своей полноте, Господь, и благослови народ Свой миром, своим шаломом. Слава Тебе, Господь, Боже всемогущий. И сегодня, Боже, в этом евхаристическом общении, Боже, в этом хлебопреломлении, благослови свой народ, благослови своих детей. Аллилуйя. Слава Богу Святому, слава Господу Живому, аллилуйя, слава Тебе, Господь, слава Тебе и хвала. Благословляю Бога Всемогущего, благодарю, Боже, Тебя за все, за жизнь, за все Тебя благодарю, Господь, слава Тебе, аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизнеподателю, Ты пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны. И Ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже,
святый крепкий, святый бессмертный, хвала тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала, слава вечная тебе. Аллилуйя! Боже наш, благословен Господь, благословен Ты, Царь всей вселенной. Боже, Твоя милость обновляется этим утром, Господь, к народу Твоему. Боже, народ Твой этим утром воспринимает это обновление, Господь. Боже, я благодарю Тебя, я принимаю это обновление в моей судьбе, в моей жизни. Боже, в моем разуме, в моем сердце, в моей душе, в моем духе. Боже, в моем теле, потому что Ты, Господь всемогущий, спаситель человека, спаситель человеческого рода, чтобы и дух, и душа, и тело были сохранены в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь, Царь всей вселенной. Слава Тебе, возлюбленный. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Мой возлюбленный стучится, отвори, сестра моя, время пения настало, голубица чистая, вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет, вот. Он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет, мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен кедру. На подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Царь мой грядет, Бог мой идет, мой возлюбленный грядет. Гряди, Господи Иисусе, благословен Ты, Царь всей вселенной, благословен Ты, Боже, искупивший нас, принесший Себя Духом Святым, непорочного Богу. Боже, благодарю Тебя, Господь, за Голгофу, за кровь, за победу Твою, за воскресение Твое, искупление Твое, Господь. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь. Я Тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Иегова, Папочка мой Небесный, Творец неба и земли, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, друг мой, брат мой, царь мой. Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной, Ты мой герой, утешитель мой. За все я благодарю,
За все я благодарю. Я тебя благодарю. Я тебя, мой Бог, люблю. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье твое, за победу твою. Благодарю тебя, мой Бог, Отец мой, Творец неба и земли, Иегова, Бог Авраам, Исаак и Израиля. Благодарю тебя, Иисус Христос, брат мой, друг мой, Господь и Спаситель, Царь мой. Благодарю, о Дух Святой, Утешитель мой, ты всегда со мной. Драгоценный Дух Святой, воспеваю тебя, аллилуйя, погружаюсь в тебя, мой Бог. За все я благодарю, за все я благодарю. Я, мой Бог, тебя люблю и за все благодарю. Аллилуйя! Слава тебе, Господь, Царь мой, Бог мой. Аллилуйя! Благословен Спаситель, благословен Искупитель рода человеческого. Слава тебе, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую, истинную жизнь Твою, дар Твой во Христе Иисусе. Спасибо, спасибо. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Рувим пишет, бокертов, аллилуйя. Бокертов, шавуатов, аллилуйя. Благодарю Господа Всемогущего. Благодарю за тело и за кровь. И потому... Бокертов, и потому Шавуотов, и потому Мазалтов, и потому жизнь вечная, счастливая во Христе дар свыше. Спасибо тебе, Господь, и потому счастлив я, и исцелен, и прощен, и благословлен через кровь святую Машиаха, Христа возлюбленного, Иешуа, Иисуса. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу! Тело Христа. Да, это так. Аминь. Кровь Иисуса Христа. Аминь. Да, это так. Это правда. Тело Христа и кровь Христа. Примите, едите, пейте, живите, не болейте, будьте здоровы, будьте счастливы. Кровь Христа и тело Христа, величайшая цена, за это было заплачено. Принимаем это благословение. Аминь. Аминь. Аминь.
Спасибо. Через кровь Христа исцеление, спасение, обогащение, все благословения небес, финансовое благословение, вся жизнь наша и вечность через кровь Иисуса и тело Его ломимое. Принимаю. Аминь. 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 Слава Тебе. Слава Тебе, мой Бог. Лехаем за жизнь. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Господь Святой. Спасибо, Бог Небесный. Спасибо. Спасибо. Иисус, спасибо. Мой Бог, спасибо. 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 Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал. О, спасибо. Господь, спасибо. Иисус, дорогой мой, Сын Божий, Христос Божий, помазанник, праведник, первосвященник великий, брат мой, друг мой, Господь мой, Царь мой, Спаситель мой навеки. Спасибо. За все спасибо. Вовек спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю, что свободу мне дал, и прощенье мне дал, исцеление мне дал, благословение небес все открыл. Что за меня жизнь свою ты отдал, о, спасибо. За все спасибо, мой Бог, спасибо. Спасибо, спасибо. Аллилуйя. Благословен Господь, благословен Царь наш. Благословляю всех вас, братья, сестры. Благословляю свою семью, Инну Сергеевну, жену мою драгоценную. Благословляю детишек наших, внучат. Благословляю во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Благословляю всех вас, дорогие братья, сестры. Как говорят причастников и причастниц, поздравляю с причащением святых Христовых тайн, тела и крови Господа. Всех вас благословляю, верующих разных конфессий, разных деноминаций. В своих там собраниях, где будете, привет передавайте от православных обновленцев, реформаторов, хорошо? Вот, не стесняйтесь, передавайте от меня лично привет и от нашей епархии Киевской. Слава Богу! Пусть Господь Бог благословит всех вас, дорогие друзья. Благословляю паки и паки священническим благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя.
и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископии, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, Божьей милостью, архиепископ Сергей Жовлев. Аллилуйя! Да, и сегодня, кто киевляне, гости столицы, жду всех на Кловской, у нас на собрании, на служении. Информацию я там выставлю еще раз под этим видео, после завершения уже. Вот, можете сами приходить или приглашать ваших друзей киевских. Слава Богу! Вот, следующее воскресенье у нас в гостях будет в собрании здесь со Львова епископ наш Петр Кифа. Епископ наш Кифа. Будет он и спикером, и молитвенником в следующее воскресенье. Вот, кстати, завтра в понедельник он возвращается с Днепра в Киев. Возможно, если он успеет рано, то мы даже сделаем трансляцию. Ну, до обеда он у меня будет в гостях точно, здесь будем общаться, молиться, вот рассуждать. Я думаю, сделаем пару так трансляций, пару-тройку трансляций. Поэтому завтра с утра и до обеда следите за прямыми эфирами. Вот, мы так экспромтом будем, значит, включаться, выключаться. Вот, ну, в общем-то, я при разговорах с Кифой, я просто наслаждаюсь вот Духом Божьим, который вот так среди нас действует очень сильно, мощно тогда, вот в этих свидетельствах. Вот, и я бы трансляцию вообще не включал бы, постоянно сделал бы. Цілодобово. Аллилуйя. Так что, хай щастит. Пусть Бог благословит всех вас. Счастья всем, благословений всем вам. Вот, да, в следующее воскресенье я буду здесь, в Киеве, даст Бог. И, ну, и, значит, наш епископ Киева будет точно. Вот, а уже через воскресенье буду уже во Львове сам я проповедовать. Наисвятейшая святыня, нет, как называется церковь? Церковь Наисвятейшая святыня, это здесь, в Киеве. Там наибільшая благодать церква на Лемківській во Львові, вулиця Лемківська. Лемки, Бойки і Гуцули, да? От, значит, Лемківська вулиця. Там, значит, наибільшая благодать, так вот, как-то так называется, наибільшая благодать. Пастор Михайло, я был у них уже, значит, слава Богу. Аллилуйя. Роман пишет, да благословит вас Господь, доброго дня, соглашайтесь с Богом, аллилуйя. Край пишет, вы только Бога любите. Ну, почему с маленькой буквы, только непонятно. Да, благословляю всех вас.